По 100 тысяч получат выпускники в Дагестане, набравшие 100 баллов на ЕГЭ. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на встрече с ними. Обладателями внушительной выплаты станут и призеры всероссийских школьных олимпиад. По данным Минобра Дагестана, в этом году уже 49 человек сдали единый государственный экзамен на высший балл. Таких выпускников может быть больше, ведь еще неизвестны результаты всех экзаменов. Нами уже принято решение учредить для тех ребят, которые сегодня достигают высоких результатов, специальные премии. Прежде всего, это те люди, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, и их наставников. Я думаю, что это не просто какая-то пиар-компания или некий ход. Я думаю, что это станет традицией и мотивацией для всех ребят, которые сегодня встают на порог новой жизни.